Федерация киберфутбола Оренбурга рада приветствовать вас на очередном турнире Open Cup. Главы стандартные выигрывают только стандартными способами. Свои розыгрыши сводит судья рандом. Все спорные ситуации решает главный судья турнира Владислав Чернов. Спонсор и партнеры данного турнира является магазин Gameplay. Еще один партнер А-Лига. Специализированный магазин X-Gamer. Еще один спонсор автошкола. Сервисный центр iService. Вейджет Стиль. Женек, как ты рассчитываешь на победу? Я? Да, топ в Оренбурге. Давай скажи свой секрет. Закончился наш турнир Atom Cup. Поздравляем. Спасибо в первую очередь всем, кто принял участие в этом тяжелом турнире. Вот. И перейдем к самому главному. Итак, четвертое место данного турнира занимает Рженицкий Виталий. Похлопаем, ребят. Ну, похлопаем. Вручаем ему два сертификата. Первый сертификат – это на 500 рублей от Vape Shop Steam. Второй сертификат – автошколу Люкс на 5000 рублей. Третье место данного турнира занимает Федерация киберфутбола по Оренбургской области Евгений Баловник. Похлопаем! Евгений Баловник получает в подарок подарочный сертификат на 2 часа игры от Голбара и 5000 рублей на автошколу Люкс.
учись водить. Поздравляю. Поздравим его, ребят. Дай Бог вам здоровья. Поздравляю. Молодец. Второе место. Второе место данного турнира занимает Пак. Просто Пак. Пожалуйста, выходи. За второе место данного турнира получает первоначально подарочный сертификат от iService на 2000 рублей. Сломается телефон, приходи, отремонтируй. 5000 рублей от автошколы Люкс. И сертификат 500 рублей в Webshop Steam. Поздравляем, похлопаем. И, наконец-то, первое место. 500 рублей. 8000 рублей. Победитель данного турнира становится Лопухин Артем. Поздравляем. Все. Раз, бум. И самое главное. Автошкола Люкс на 5000 рублей. Поздравляем тебя. Выигрывай дальше. Держи прямо. Всем спасибо. Прощаемся. Thank you.